Друзья, я хочу вам показать вот этого славного малыша, который сделан у меня в виде солдатика. Ценность этого мастер-класса в том, что я вам покажу, как сделать куколок без использования в них пенопластовых шариков. Теперь вам не придется искать пенопластовые шарики для голов, для изготовления объемных ножек и тем более для изготовления туловища. Здесь будет совершенно другой способ, как это можно сделать. И, в принципе, все довольно просто. Можно даже объемные носы вот такие делать, как у этого малыша. Ну и еще я хочу, чтобы вы бы рассматривали эту куколку не только как конкретного солдатика. Потому что по точно такому же принципу можно сделать и куколку рыбака, например, который держит огромную рыбу. И куколку мужчину, который держит большую кружку пива, например. Ну и много еще можно придумать забавных аксессуаров для того, чтобы эта куколка превратилась в какого угодно мужчину. Вообще мастер-классов по мужчинам не так много, и сделать подарки для них тоже довольно сложное задание. Поэтому такой мастер-класс вам должен очень даже пригодиться в вашем творчестве. Ну а по конкретному солдатику, ну смотрите, что я еще придумала для того, чтобы это стал такой более ценный подарок для мужчины. Здесь у меня откручивается крышечка гранаты и вставляется флешка, которую можно потом использовать. И вот такой боец сидит, охраняет всю ценную информацию. Аксессуары можно придумать разные, образы можно придумать разные, а самое главное, что вы найдете абсолютно новый для себя принцип. Таких куколок еще никто никогда не делал. Все куколки из фома выполняются либо шариками, либо с использованием молдов. Здесь нет ни того, ни другого. Вы увидите, как это можно сделать и как просто работать вот с такими образами. Подробности по мастер-классу можно найти на моей страничке или написать мне личное сообщение. Желаю вам приятного творчества!